выход, искать другой путь по суше. И что дальше? Черт возьми, мы так станем легкой добычей. А ты со своим краснокожим сынком пойдешь дальше? Я с тобой говорю. Всего будет прикончить его. Его обязательно надо выходить. Я понял. Ну давай. Помогите! Что случилось? Мы делали все, что могли. И похоронили как надо. У меня был только мой сын. Он отнял его у меня, слышите? Он боится. Он знает, как долго я шел, чтобы найти его. Больше не боюсь умирать. Мне это не впервой.